Всего же за прошлый год неплательщики задолжали почти 7,5 миллиардов рублей. Суммы огромные, поэтому тема взыскания налогов стала одной из основных на Краевом совете безопасности, который провел Вениамин Кондратьев. Поступление налоговых и неналоговых доходов просто в крае пущен на самотек. Или это беспечность, или безразличие. Если кто-то не платит, неважно, что это физическое лицо или юридическое лицо, значит, мы позволяем не платить. И фискальные органы почему не работают с теми, кто не платит? Или кому-то просто невыгодно этот вопрос сдвигать, потому что и так всем хорошо. Но от этого обязательств наших меньше перед жителями края не становится. Все льготы, социальные обязательства, еще раз подчеркиваю, мы обязаны будем выполнить в полном объеме. Дыру в бюджете проделывают и долги по имущественным платежам. Это больше 2 миллиардов рублей, в том числе и за пользование муниципальными землями. Примеров, когда ставился вопрос о расторжении договоров, у нас нет. Это один из серьезных инструментарий, когда можно отрезвить вторую сторону в договоре, чтобы он подумал, платить или не платить. Взыскание неналоговых платежей тоже хромает. К примеру, за прошлый год штрафы ГИБДД принесли в краевой бюджет почти 1,5 миллиарда рублей. Но это всего лишь 58% от всей начисленной суммы. Мимо кассы деньги теряются и на пунктах весового контроля для грузовиков. Штрафы за перевес фур оседают в карманах конкретных людей. Об этом заявил руководитель краевого управления ФСБ. Оператор комплекса этой структуры, находясь на въездном контроле в направлении проезжей части автодороги Новороссийск-Керченский пролив, останавливает каждый автопоезд, смотрит документы, практически всех пропускает, не пропускает тех, кто не свои. Большая часть проходит, останавливает, видимо, тех, кто не в теме. Все машины объезжают динамические весы. Проверили эти машины, когда они приходят на место разгрузки, все практически идут с перегрузом. Не должно так быть, что одни ушли с этого направления, а другие пришли. Все прекрасно знают, что есть поляны, на которых пасутся или чиновники, или недобросовестные на руку люди в погонах. Не надо здесь округлять глаза и делать вид, что якобы кто-то что-то не понимает. Все понимают. Завязываем с этими полянами. Вениамин Кондратьев дал поручение создать межведомственную комиссию, в которую войдут специалисты Министерств финансов и экономики, а также сотрудники налоговой службы и судебные приставы. Рабочая группа должна усилить сборы по налоговым и неналоговым платежам в краевой бюджет. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Мы не можем.